как можно задекорировать обычный школьный дневник. Всем дневникам я буду делать новую обложку из ткани. Поэтому, чтобы надпись не просвечивала, каждый из них я заклею обычным картоном. Кстати, не забудьте спросить разрешения и помощи у своих родителей. Аккуратно приклеиваем ткань. После чего берем обыкновенные пуговицы, которые всегда найдутся дома. Кстати, их можно брать разных размеров, так сказать, на ваш вкус и цвет. Приклеиваем их в любом порядке, который только всплывет у вас в фантазии. Но не забываем оставить где-то место для надписи, что это дневник. Вуаля, все готово! На следующей обложке из ткани я буду рисовать красками. У меня это акрил и краски по ткани. Я взяла синий, белый и фиолетовый для того, чтобы у меня получился космос. Кстати, его я буду рисовать вот такой губкой. Но если у вас ее нет, можно использовать обычную, например, для мытья посуды. Рисуем несколько галактик. Начинаем с синего, затем белый и капельку фиолетового. Как только все подсохнет, рисуем звезды. Их можно рисовать красками при помощи кисти, так и специальным маркером для ткани. Из белого фетра вырезаем вот такие кружки цветочной формы и черные круги из картона. Приклеиваем и получаем милые глазки. Далее, опять же из картона, вырезаем носик и лапки для нашей совушки. Из ткани другого цвета вырезаем крылышки.